Доброго времени суток, дорогие друзья. Для тех, кто не знает, как прокачивать оружие в наземном виде, показываю. Нужно высадиться с корабля. Так, найти, куда бежать. Вон лифт. Бежим до лифта. Бежим, 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 бежим. Так. Нам на базе нужно найти торговца оружием. Так, бежим, бежим. Вот он, торговец оружием. Обращайтесь, если будут вопросы. Конечно, обратимся. Сюда нажимаем. Выбираем, что вы хотите улучшить. И тут кнопочку нажимаем улучшить. Все, подтвердить, да. Вот так-то лучше. Вы сразу почувствуете все разницу. Если каких-то материалов не хватает, их можно обменять у бармена. Берегите себя. Рядышком вот здесь вот за стоечкой. И сюда подходите. Что у вас там хотите? У меня есть все, что вам нужно. Все, здесь три типа. Всякие гели, аэрогели. Что еще тут у нас есть? Электробазы, предохранители, моторы, окно. В общем, тут все, что надо, есть. Правда, не все материалы можно обменять. Есть такие штуки, которые обменять нельзя. Вот активы, то, что можно менять, а вот товары, к сожалению, менять нельзя, их можно только продать. Если лишнее наберете, здесь продаете, ну, примерно штучек по 35 в среднем оставляете. Вот также и с данными. Если данными будет перебор, то их тут лишнее можно будет продать. Данных огромное количество. И ненужных больше всего, которые нигде вообще не используются. Просто я не знаю, зачем они. Просто целая куча, непонятно чего и зачем. А мне на этом все. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.